Всем отрядом, это шорт-стоп. Ракеты. Я засек 8. Нет, 10 ракет, приближающихся к базе «Принц Фейсал». Стрелок 2-6, покиньте наше воздушное пространство. Мы подвергли серьезному нападению. Север, это Бульдог. Взлет разрешен. Проследуйте к точке Альфа и ждите дальнейших инструкций. Радуемся, ребята, с нами ВМФ Великобритании. Добро пожаловать в звено, постараемся тебя особенно не напрягать. Бульдог, всем звеньям, ожидайте сигнала к началу учений. Внимательно следите за высотой и курсом. Не хочу, чтобы кто-нибудь расслабился и врезался в холм. Монро, поскольку ты человек новый, мы посмотрим, как ты себя проявишь. Помни, твои результаты будут оцениваться в конце каждой части программы. Когда ты выполнишь все задания текущей части, я дам разрешение перейти к следующей. Внимание, всем звеньям, приступить к учениям. Приступить к учениям. Итак, Север, первая часть тренировки – основные маневры воздушного боя. Начнем с базового упражнения по стрельбе. Выберем большую медленно движущуюся цель. Посмотри на радар. В зоне учений по маршруту патрулирования следует самолет ДРЛО. Открой по нему огонь из пушки. Хорошо, а теперь более подвижная цель. Твоя новая цель — Север-1. Огонь! Ну ладно, сейчас посмотрим, что это за птица. Это чистое везение. Еле дотянул.
Кивнул, Монро. Можешь перейти к следующей части. Обращаться с пушкой ты умеешь, Север. Переходим к ракетам. Попробуй выстрелить по двум своим коллегам одновременно. Север 4, откройте огонь по Северу 3 ракетами с самонаведением. Выполняйте. Успешно, Север 4. Следующая цель, Север 2. Огонь! Неплохо, Монро, неплохо. Можешь переходить к следующей части. Хорошо, Север 4, ты отлично развлекся. Посмотрим, как ты справишься, находясь по другую сторону ракеты. Попробуй отводить нацеленные на тебя ракеты с помощью ЛТЦ. Следи за индикатором ракеты на экране. Когда она приблизится, выпусти ЛТЦ и выполни резкий маневр, чтобы отвести ее. Напоминаю, что количество ЛТЦ ограничено, так что используй их с умом. Ракеты будут идти с разных направлений, поэтому следи за подсказками на экране. Готов? Вот и они. Очень хорошо, Север 4. Теперь надо выполнить резкие маневры для избежания попадания ракет. Следи за индикатором ракеты на экране. Когда ракета будет очень близко, выполни резкий маневр, чтобы уклониться. Ракеты будут приближаться к тебе с разных сторон, так что не зевай. Итак, попробуем. Отлично, Монро. Я вижу, что ты хорошо понял основы воздушного боя. Отлично, Монро, ты показал свое мастерство в основных дисциплинах воздушного боя. Настало время соединить их вместе в условиях, приближенных к боевым. По моему сигналу, ты откроешь огонь по трем оппонентам одновременно, при этом уклоняясь от ракет. Следи за индикаторами угроз на экране и используй все возможности, чтобы избежать их. По моему сигналу, приступить к учениям. Thank you.
Я не особенно впечатлен, Монро. Переходи к следующей части. Звено «Север» — это «Бульдог». Конец учений. Мы заканчиваем учение вследствие непредвиденной ситуации. Командованием учений замечен сбившийся с курса гражданский самолет в запретном воздушном пространстве. Пока что он не отвечает на наши попытки установить с ним связь. Есть предположение, что он был угнан. Приказываю перехватить его и произвести визуальный осмотр. Конец связи. Неопознанный самолет, вы в запретном воздушном пространстве. Сообщите о своих намерениях, или мы откроем огонь. Север 4, это «Бульдог». Займи позицию на 7 часов от самолета.